Всем привет, друзья! Сегодня я буду делать одну очень полезную вещь, как для дома, так и для своей мастерской. Скажу сразу, на эту идею меня натолкнула просьба одних близких для меня людей. Правда, просили они меня об этом еще на прошлый Новый год, но за неимением свободного времени я так ее и не сделал, а они, наверное, и вовсе забыли об этом. Поэтому это будет в какой-то степени даже сюрпризом. Надеюсь, эта самоделка понравится не только им, но и вам, дорогой зритель. Ну что ж, я уже начал, а вам желаю приятного просмотра. Yeah.
Ну вот, друзья, технически уже все готово. Остается только произвести проверку на прочность и показать вам несколько идей применения данной конструкции. Сам стул имеет высоту 70 см, что позволяет при росте 175 см достать аж до самого потолка высотой до 3 метров, чтобы, допустим, поменять лампочку или что-то там еще. А благодаря интерьерно пригодному виду этого стула-стремянки, его можно использовать и чтобы просто сидеть на нем за столом или за барной стойкой. Ну и, как я уже говорил в начале, про просьбу моих родных, заказ выполнен, заказчики очень довольны и уже вовсю пользуются моей самоделкой. Вещь, как видите, очень полезная, также и для жены. Теперь ей не придется для того, чтобы повесить штору или там достать что-то с верхней полки, нагромождать пирамиду из стульев вперемешку с пуфиками. Ну, вы сами понимаете, какие могут быть от всего этого последствия. О своем мнении пишите в комментариях. Я же, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Всем хороших грядущих выходных. До новых встреч. Пока.